Людмила Великова отметила, что «Трусова Александра» в Москве смотрелась немного лучше, чем в прошлом году. Но пока это уровень слабый, не номер один точно. Мои дорогие подписчики, вы согласитесь с мнением Людмилы Великовой? Лично я – нет. Конечно же, в прошлом сезоне, на мой взгляд, Трусова Саша все же лучше смотрелась, чем на втором этапе Кубка России. Просто Щербакова и Косторная Алена были еще лучше. Впечатление создается, что Александра слишком сосредоточена на прыжках и перестала слушать тренеров, которые полагали, что и компоненты тоже надо развивать. Александра, как только стала выигрывать, стала, на мой взгляд, все делать по-своему. А теперь вообще непонятно, кто ее на самом деле тренирует. Вроде как сама, да еще и постоянно меняет тех, кто ей помогает на льду. Саша много раз говорила о своей любви к сложным прыжкам и о том, что ставит себе задачу выучить все прыжки, какие есть в фигурном катании. Странно отрицать тот факт, что Саша не любит вращаться и тянуться, а для того, чтобы стать универсальным фигуристом, нужно работать над всеми элементами в равной мере. Хочу также отметить, что Саша находится примерно в той же форме, что и Щербакова Анна, поскольку форма – это не только четверные прыжки. Так что говорить о лидерстве Трусовой, ну, на мой взгляд, рано.